Так, а кто у нас капитан? Что имеет значение? Я не знаю, давайте как-то попробуем захватить. Я уже не помню, что там будет. Смотри, у нас справа в углу мы появляемся, начинаем двигаться, потом к нам идет подкрепление с левой стороны. Хотя нет, подкрепление это американцам, по-моему, идет. Да, у них там небольшой участок, который бомбится. Так, ну, основное это, естественно, центр города. Вот надо на город как-то с двух сторон. Главное сильно вправо не уходить и слишком много пехоты не терять. Потому что пехоты очень мало. Че, разберемся, вспомним. А нам подкреп откуда идут, я не помню. У меня целых 4 тачанки с бомжами, что с ним сделать? Аккуратно. Бомжей очень береги, потому что они это. Да, ты их уже можешь высадить где-то вот здесь. Смотри, у них уже здесь могут быть патрули. Нужна разведочка. Чё так криво бомбы вообще никуда ушли? Бомбы. Авиация. О, попал. Закрывай меня. Там слева какие-нибудь подкрепы идут. Сюда.
Это реально скотовозы сами разворачиваются от города. Короче, наша главная цель — это город попасть. Капец, так, у меня есть. О, кто? А, дядь, блядь. Тур засветился. Так, я бы была поднял. Направил. Да, моему там. Вообще плохо бомбу подает. О-о-о, заебись! Поздно. Где-то снайпер стреляет. Соболезную. Здесь пулемётчик. Крепо подошла. Так, у меня что-то копну, но я боюсь, что это المساعدة هنا. نحتاج إلى أوامر جديدة هنا. والله من السبب. أو подкрепы нам. Ребят, подкрепы! Блять, моих... Нет, три подкрепы.
двое. РПГ или говно какое-то. Водите пехоту, чё у нас в тылах чисто пехота вся стоит? Киберфилин. Да. Тебя бросят. Но я не могу туда войти. У меня тачки отъезжают обратно, как только я в город направляю. Так высади и просто дай приказ. Ну и как понял, стоп. Либо мне передать пехоту. Штурмовать вот эту говно. Зачем? У Димки спроси, не знаю. Ты просто создаваешь штурму. Я город штурмую. Вон пех, надо не хватает пехоты в городе. Там подкрепы идут вражеские, слышишь?
Санчес. Очень много подбито. Точку джали. Ну слушай, я ей очень много сделал. ПМПшкой? Да у нас пехота в тылу стоит чистая. Вызывай его, а его удар у кого-то. Ну, у кого БПЛА? У меня БПЛА, а как его вызвать? Там, кажется, надо выбрать БПЛАшку. Лазри держать лазер на цели, куда хочет бомбиться. Куда бомбить? Вот сюда он, не бэха. Там нет никого. Да есть, есть там. Хадер. Зря нахер свалил. Вон тип, ну вообще никуда. Ну шо, одного пеха убили. Опять киберфилину все пехота досталась. Да передай ты кому-нибудь машины, нам снабжение нужно в город. Выдели машинки, там справа вверху. А мне нажимаешь. У меня тоже пехота. Да. А я, кажется, говорил. О, раздупилась. Да не. Сейчас БПЛА случилось. Возбили? Не. Да у меня один пехотинец остался. Я не больше. Давай, давай.
мудак. Ну, короче, все. Да у них сколько подкреплений-то, я не пойму. Даже дело не в том, что сколько у них подкреплений, дело в том, что пехота, видишь, вот, она не может зайти в город. Почему? Ну, вот, на, возьми, попробуй. Но техника не может зайти. Фалята харак! Но у меня нету, да, буфет остался. Он во вход пошел. Смысл отобрать удар, если... Че, у вас все что ли? Так а что, пехота? Не захватывает, не приходила?